Скажите, Министерство по делам религии и гражданского общества сейчас выдает гранты для НПО, для реализации различных проектов. Раньше этим занимались международные организации. В этой связи хотелось бы знать, какие возможности, какие перспективы это открывает для НПО Казахстана. Действительно, с 2015 года, как я отметил в своем докладе, введен институт грантов. Гранты направлены на финансирование тех проектов, которые идут, так сказать, снизу, в отличие от госсоззаказа. То есть НПО сами предлагают, как можно решить ту или иную важную общественную проблему, разрабатывают свой проект, и государство через независимого оператора выделяет на основе конкурса, на основе решения независимой комиссии, выделяет таким НПО гранты. То есть, по сути дела, это форма финансирования не конкретно какой-то организации, а финансирования проекта, поддержки конкретного социального проекта.